Оу, шит. Всем привет, с вами Мегадексер. Я немножко тормознул. Да. Мы играем в игру Uncharted 2 Among Vivas, и наша глава 25-я. Разрушенный рай. Как вы помните, в прошлой серии... была, так сказать, музыкальная. В прошлой серии мы попали в этот какой-то... Ах ты двуличный сукин сын. А, да, вот, в Шамбалу. И Лазаревич как бы хотел убить Нейта, но у него не получилось, потому что на них напали фиолетовые обезьянки. Я не знаю, кто это. И сегодня... У нас какой-то побег получается, потому что... В конце той серии я видел, как мы должны были убегать, футы. Вот, так что... Да. Моих видео очень долго не было. Очень. Блин, кинжал. Потому что были проблемы... Ай, чёрт. Были проблемы с тем, что... Что такое? Что случилось? У меня спойлер, там что-то не то. А, нет. Сейчас, минуточку. Показалось просто. Были проблемы с тем, что выкладывать. Видео были очень долгими. Да и это видео, мне кажется, тоже будет... О, наконец! Да и это видео, мне кажется, будет очень долгим. Два, 25-й разрешение. Посмотрите, тут на нас... Нас стреляют какие-то фиолетовые. Что это такое? Блять, что это? А, нас еще и Лазаревич и... Эти... Солдаты стреляют. Окей, окей. Ну да, я сказал, что это глаза. Сейчас ты был опа. Ни хрена. Нет, с кем не бывает. Главное, сейчас сосед не прыгнет. Или все-таки надо. Такси! Такси! Ну а что, нормально так? Что, мне нравится это? Так, видимо, нам не надо прыгать. Добьёмся! Юр! Вот сейчас, мне кажется... Ну, ладно, не надо было прыгать. В конце концов, это мультик... После пьянки. Я не знаю, что с этим. Ё-моё. Так, надо немедленно выбираться отсюда. Ух ты! Шашлычок. Когда я это увидела, я потом ночами не спала. Я видела, ладно, идем. Идем. Ну ладно. Некогда зевать. Идем, идем. Зевать. Смотри, сейчас он что-нибудь... Это гениальные фразы, Нейт. Что тут можно сломать? Тут можно сломать этот чертов бамбук. Или вон. Оружие. Пистолет. Тут такая... Опа. Кто это? Кто-то добрался сюда раньше нас. Но будем надеяться, нам повезет больше. Да. Похоже, эти трупы лежат тут. Да неужели это трупы, представляете? Эй. Им это мало помогло, но возьми. Спасибо. Детинка. Так, Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти. Нет, Хлоя, мы должны найти Чинтамани. Что? Надо остановить Лазаревича. И как вы собираетесь это сделать? Найти камень, да как? Первыми и уничтожить его. Эй, подожди. Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь. Я уже не знаю, чему может быть возможно. Ладно. Видя по этим фиолетовым обезьянам. Этот человек клинический идиот. Думает, что исполняет пророчество. И что камень делает его невидимым. Бессмертный. Мы стоим посреди Шамбалы. Баклажан. И ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей. Это очень странное место. Тем более надо убираться отсюда, пока можем. Я просто пытаюсь все исправить. И, возможно, спасти мир. О, боже. О, боже. Слушай, милая. Миру наплевать. Ну, откуда ты знаешь, а? Если ты высунешься, тебе откусят голову. Ты же ненавидишь. Вообще-то я не уверен, что они откусят. Да, прям. Я хочу наказать его не меньше, чем ты. Достану свой арбалет или что там. Но ничего из этого не выйдет. Вот, вот чем это закончится. Они достанут свой арбалет, пшу, пошлый. А потом шашлык на этой стреле.
Ну да, откусит, получается. Ну ладно. Ты с нами? Вы идиоты. Да, конечно. Ладно, идиоты. Пошли спасать ваш чертов мир. Берем патрон, потому что у меня такое ощущение, будто сейчас тут придут эти обезьянки. Ну и чё, дверь закрыта. Да, кстати, я вот тут смотрел то, что выйдет Uncharted 4. Чёрт, опять. Опять эти уроды. Круто, чё? Конечно, круто. Назад. Наверное, после прохождения... Это еще что такое? После прохождения... Вот, блин, а, не припёрлись. Отошла! Так, вот, после этого я, наверное, буду снимать, так сказать, пуган. Что? Что? Он стоял в воздухе. Голубые. А, ну, Uncharted 4, вот так, кстати, Uncharted 4. Насколько назад. Я знаю, он будет только на PlayStation 4. Но... Вот так у меня два PlayStation 3. Молодец, просто превосходно. Один из стадионов, в котором могу покупать игры, а другой прошитый. Да. Такой блюститель законный пират в этом лице, черт побери. Ну так вот, я могу просто на PlayStation 3 скачать прошивку 4. И тогда туда можно будет скачать игры. И с PlayStation 3, и с PlayStation 4. И получается, я смогу заснять Uncharted 4. Мужчина, по трейлеру видел, видимо, будет крутая, да? Ну, блин, правда, плохо то, что это последняя часть, четвертая. Четвертая, как? Ну, как-то... маловато. Но я думаю, все-таки не будет же на это все окончиться. Может быть, что-нибудь. Да какого черта вообще? Что? Я, что? Я, три раза ударил Клоу, к тому, что он хотел спросить. Она встала и ушла. Вот просто. Бошку ему надо, арбалет нужно. Фиолетовая кровь. Ладно, да клазан. Гатней Доту Кимаре. Да, да. Шит. Черт побери, будильник. Вот, вот то, что нам нужно. Арбалет. Ну, хорошо себе. Гораздо лучше, чем АК-47. Что это за... Вот, я же сказал, с одного аж выстрел бы. Ну, почти. Нам нужно более серьезное оружие. И вот, арбалет. А куда теперь идти? Может, сюда как-то залезть надо? Да, надо, раз там светится наверху сокровище, значит на 100% надо. А, вот, вот, вот. Вот вот эти, сейчас. Нет, сюда. Вот, вот эти желтые пластины. Поехали. Такс. Ладно. Сокровище не знаю, как туда. Нет, блин, не! Ой, ты еще к тому же сдох. Если мы сейчас опять будем этих мочить, то, блин, фу, мочить. Нам нужно более серьезное оружие. Это уж точно. Фу. Я надеюсь. Да, после Бакугана я, наверное, буду доснимать уже Реми Legends. Legends. Да, Legends.
А потом я уже буду думать. Ну, я, наверное, вот на 100% буду проходить Uncharted 3, в конце концов, как-никак. Но я не знаю, когда. Может быть, я после Ремена буду снимать что-то другое. Не знаю, что. Так, мы идем пока правильным путем. Вот поэтому я над этим пока подумаю, что я буду снимать после Ремена. Либо буду сразу же снимать Uncharted 3, либо... Ух ты, что это? Это сок. Вроде той смолы. Сок, вроде той смолы. Хорошо. Ёх ты ж. Боже мой, что это? Ни хрена. Хорошо, сок горит, хорошо, да, горит. И так же, корни дерева просто поднялись наверх. Следующий горит. Конечно. Ну ладно, в конце концов, это лучше, чем ничего. Давай. Вот. Нитки отдадим. Опа! Сокровище. Что это за башка? Нейт! Мы должны как-то пробраться. Боже мой, что это? Сок хорошо горит, так же, как та смола. А, здорово. Ждать надо. Так. Вот это вот. Бамбук. Я не знаю, что это. Глаза какие-то. Да фиг знает. Ой, блин. Да, давай. Нам что, вот эту... Вот этот... Светильник надо... Хотя он и так горит уже. А куда прыгать-то? Да, что-то... Да. Ладно. Так они как зале... Хотя нет, не понял. Как они залезут-то? Может быть там... Да, далековато. Другой разговор. Пошли. Куда? А, так нам туда было. Еще одно дело выглядит очень знакомо. Что вот это? Лежит камень. Там церковь какая-то. Давай спускайся, Нейт. Как тут красиво. Здесь, ну тут на 100% засадочек. Здесь было очень красиво. Тут очень красиво. Немного жутковато здесь, а? Немного жутковато. Не знаю. По мне как нормально, в принципе. Погулять, черт побери. Авто. А, это что? Там нужен второй. У нас гости. Эй, у нас гости. Что? Ну я так и знал. Вот. Может, не заметили? Shut the hell up. Черт, да тут повсюду солдаты. Ну, вот это так. Сейчас. И вы из-за этого мне меня фото потревожили. Так, ладно. Ну просто тут уведомление. Фу, уведомление на этот телефон. Так я не понимаю, что делать? Хотя у меня такое ощущение, буду надо сначала. Ну тут просто один противовес, а другой сломан. Даже не просто противовес, вообще. Так, тубушку снимаюсь. Понятно, чем это башка. Ну это потом, когда уже, наверное, будет починено. Кто знает? А, это солдаты этого лазарь. Ну тогда, в принципе, ничего страшного. Тогда их я могу даже урыть по-тихому. Если я найду хотя бы кого-нибудь. А, я вижу.
Давай, Нейт. Только быстро и... Опа. Яблочек. Вообще в прямом смысле... Ух ты, там висит смола. Тихо, тихо, тихо. И опа. Дезерт Игл. Дезерт Игл. Пустынный орел. Почему он так называется? Интересно. Хотя, не, не особо интересно. Нет, этого мы урыть, наверное, не сможем с пистолета. Если, конечно, он только не... Тихо. Повернется. О, let's go. Го-го-го-го-го. Давай-давай-давай, Нейт. Про что урон? А, там спереди. Быстро. Снайперская винтовка. Нет, они оба стоят очень близко друг к другу. Эй! Ох, ты ж не хрена. Сразу не бошку. Надо в бошку подстрелить. Быстро, в бошку, в бошку, в бошку. Ах, ты ничего там не хочешь. Вы черт еще из базуки меня стреляет. Ну отклони просто. Давай, давай. Так, ну вот он. А, кто не стреляет? Забыл, я думал, я один. Я один. А я вспомнил, что я с Еленой и Хлоей. Лечить быстро! Одного урыли! Нам нужен арбалет! Все, он зол! Но... А, ну да. Опа! Я кое-что заметил. Правда, до конца пока еще не понял. Надо, мне кажется, чтобы кто-то туда залез. Естественно, я. Не хватает противовеса. Вот, а я о чем говорил. Противовес, ты вроде как... Смешно. Ну да. Только я не настолько толстый. Ну блин, проблема в том, как забраться. Понятно. Да, вот, все, понятно. Ладно, но правда сейчас... я не уверен, что Нейт. Нейт прям уж такого. Да, вот эта башка как раз для того, чтобы. У меня такое ощущение, как эта дверь в бошку разбивает. Ну, не совсем. Ну ладно. Ой, что-то потемнело. Дождик пошел. Эй, а там мы, блин, были. Не было дождя. Было светло, сейчас. Дождь. Офигеть просто. И в воде. А. Давайте душу, чё. А, нас сохраняют. Ну чё, уплыл там? Просто труп. Ну ладно, это работает, наверное, то, что можно было просто так вот подойти в воду. Но это ладно уже. Вот какого игра года, фу, какого года игра? Чё? Если это второй... Как это? То есть нас летело. Пули из базуки. Прям вот в нас. Ну и ты выжил. Что такое? Кто стреляет? Это кто-то меня пытается стрелять или что? Вот так вот. Раз и два. Все. Там снайпер стоит. Он тоже. Ну, конечно. Вот этот шлеме. Давай. Раз. Плюс. ДБС. Да. Ну, блин, чувак, из-за тебя мне придется высовываться. Кстати, течение, так сказать, реки-то довольно-таки сильное. Как он? Осторожно. Ну, вы хорошо придумали, что придумали. Течение реки довольно-таки сильное. Как Нейт держится? А, опять был зуб. Кто этот
кто там сползает? О, нет, ну, против этого нравится. Не надо руками смотреть. О, гранат. Свистеть, блин, нормально. Оп. Ого. Так круто выглядело, я... Вы там целы? Я увидел, что пуля аж просто не вот... Как обычно пуля? Это хорошо. Замедленным действием, так сказать. Но не совсем замедленным. Куда он смотрит? У меня вопрос. Куда этот идиот смотрит? Не знаю, может его со спины... Ну мы и так, мы в принципе его со спины убили. Правда, из пистолета. Ты шо? Зачем я удары сопровождаю звук? Я блядь, привык, так сказать. Все, что? Что? Хлоя била трупа, я его просто еще... Два раза тупо ударил, ну а чё? Я типа его убил, не ты, понятно. Что, тележка какая-то. Молодцы, ребята. Спасибо за помощь, Хлоя. Да, спасибо за помощь. Капец, что-то дождь разошелся. Чё ж не снег пошел, а? А то в ноябре сейчас снег пошел, да и в октябре-сентябре тоже был чё. Вот, блин, у меня сейчас каникулы, снег. На, в сентябре снег. Охренеть просто. Ну, хотя бы на новогодние каникулы. Не надо ли жаловаться, что снег. В конце концов, это логично. Январь, в конце концов. Но для меня что-то время... Все эти три месяца слишком быстро пришли. Ложись. Опа, я пошел. Ложись. Ложись. Тут опять охрана. Они без снега. А то, что как бы тут... Действует, получается, крика. Вот эти обезьянки. Солдаты Лазарича и Снэй. Да-да. Снэй человек. Ой, два. Гиллиан и Хлэй. Да и то они иногда не видятся. Решил их не скатить. Ой, блин. Ну как, нравится? Вот, вот, вот второй раз уже. Выстрел ему в спину. Сдохнул. Нет. Вот. Ну, что ты? О. О. Жечь. Но правда смысл нет. Все равно там вряд ли кто стоит на стене. Бежим. Где что это за камень? Нет, не камень, что-то. Ищи сапфиры, что ли? Смола. Сапфир, смола. А, смола. Вот. А, ну там надо специально как-то. Там мы уже кушаться. Что? Мне кажется, это и так не загорится. Получай. Осторожно! Блин, граната. Есть. 9, 8, 7, 6. У меня осталось 6 патронов. 1-0, все! И 31 патрон. Это превосходно. Ух ты, у него маска, скелет. Ну, мне кажется, маски с скелетами даже в магазине тут нету. Я в смысле в магазине этой игры. Не уверен, что там есть. Может, если я сейчас найду взять арбалет, то в конце
конце концов арбалет людей с одного удара. Плевать куда. Ой, нет. Что это будет? Показалось, что... Лепсик, ух ты ж. Ох, хорошо, ничего заново. Мне показалось, что они... Думаю, написано... Сейчас прочитаем что-нибудь. Гони. Как вот этот меня видит? Как он меня видит? Ладно, если я высовываюсь, но у меня такое ощущение, будто он... Шестой чувствует, эти глаз. А, что? Как? Какая-то грына, это вообще... Давайте его, да. Так, путь свободен. Да, один жив. Нет. Если написали так, путь свободен, значит, никто не... Все сдохли, кроме нас. Да, и самое-то крутое, что, как по истории, камень получается... Камень где-то рядом. Нейт... Идем наверх. Это человек, который убил... За месяц, даже хотя бы за месяц. Около сотни людей. Да неважно, вообще не за месяц, берем за год. Да хренище людей, просто вот дофига. Скорее, надо спешить. Я бы удивился, если бы он в Бога верил. А хотя кто знает? У меня такое ощущение, будто около 1000 убийств, и он христианин. Я не знаю. Ну все, почти пришли. Хорошо, блин, дофига этих... Какого? Грехов. К тому же в начале Uncharted 2. О, камень Чинтамани. Вот что-то не очень похож. Камень Чинтамани. Это надо капля же, воды. Обогнали их. Какой красивый. Да. Просто блеск. Не похоже на камень. Хоть и в отражении солнца или чего это там поставь. Похоже. Чё, с ума сошла? Что-то не так. О чем ты? Вот-вот, я согласен, что-то не так. О чем ты? Может, это Марко смола? Поло ошибся. Это не сапфир, это янтарь. Янтарь? А, да, окаменевшая янтарь. Смола. Янтарь, точно. Древесный сок. Окаменевшая смола. Ха, я же сказал, я был прав, а? Минуточку. А это древо. Что это? Это дерево. Древо жизни. Не может быть. Послушай, Нейт, ненавижу, это так, когда просто... он так делает. Кому ты рассказываешь? Предположение. Как я упустил это? Древо... Что упустил? Это вовсе тут не камень. Дофига, это... Что, все, это вовсе смола. Не сок, дерево, жизнь. Я... Что? Ну, я ни черта не понимаю. Смола, этого дерева. Нет. Этого дерева. Да это не дерево вот вообще. Этого. Это какой-то бамбук какой-то. О, черт. Большое дерево. Вот он где. Стоп, это что, на нем? Лазаревич. А если... А, получается, мы опоздали, идет, если Лазаревич... Идет к дереву жизни. Ух ты, да, он идет к дереву жизни. Господи, да, все, мы опоздали. Черные зубы. Но не факт. Черные зубы. У может, тех монстров и у трупов в Борнео. Там они ели смолу и переродились. Думаешь, именно это задумал Лазаревич? Так эти фиолетовые обезьяны люди... Предлагаешь подождать и поверить? Сзади. Браво, Шерлок. Вот. Отлично. Здравствуйте, Флинн. Что с вами? Господи. О, Гарри. Что, приятель? Лазаревич все понял раньше тебя. Ты опоздал совсем чуть-чуть. Ну не факт. Я решил остаться и подождать старого друга. О чем ты говоришь? Старого друга, ты меня предал. Зоран все так и задумал. Ах, ты двуличный сукин сын. Мы еще можем остановить. Елена, не надо. Нет, мы можем помочь тебе. Прости, милая. Мы можем помочь тебе. Это не кино. Где смелая согласен, красавица превоспитывает негодяя и всех спасает. В жизни сам так не бывает. Флинн, это не послушай, кино. Ты... В игре. У меня подарок от Лазаревича. Нет. Жаль, что без чеки. Подарки на Новый год. Назад! Елена! Ах ты ублюдок! Нет. Нет, Елена говорит, ты сдохла. О, Господи. Елена! Ох, все будет хорошо. Держи, мы Флинн тебя вытащим. Давай. Остановите Лазаревича. Скорее. А, его не там думай. Нету. Идем. Как? Нет, он точно умер, это на 100%. Но почему его трупа там нету? Древо живет, как же сейчас пойдем к этому древу жизни. Дадим тебе эту смолу, чтобы ты
Ну, не знаю, ему не переродилось, там чуть-чуть дали, чтобы ты... Черт, ничего, я держу. Сам. Прикрывай. Ладно. Остановите их! За мной. И голова до сих пор продолжается. Ой, вот это прикал. Пошли, чё уж. Снайпер! Да, снайпер! Российский бой! Путаюсь. Ну ладно, сейчас будем их срубить. О, нет, только вот не будет. Дробай. Как? Он был с таким шлемом, он сдох. От моих-то ударов в кулаках так быстро не кончил. Я даже не знаю, богатый, видимо, содержал в такую армию. Заметьте, содержал. Потому что она все сдохнет. Ведь нечестно, я стул. Я думал, надо вот опять. Любите вы очень поковыкаться, да? Ты лежишь офигенно, что у тебя с рукой? Что у тебя с рукой? И что у тебя с ногами? Решил спортом позаниматься. Ноги, руки поднять и все. Лодочка. И не важно, просто тянется к нему, все. О, вот это было круто. Стрелял в меня и попал в сердце. Эксперт рукопашного боя. Да, серебряная медаль. Ю-ху. Осталась золотая, но мне кажется, я не успею ее получить до конца игры, так что... Да, серебряная медаль. Ю-ху. Кажется, это последний. А как? Они впереди меня, хотя пули вообще там где-то... Фиг знает где. Или как ты? Лякай поспи. Вина. Чтобы, не знаю. Плохо дело. Как-то кровь появилась. Фу, я не знаю. Я на тебя рассчитываю. Ну, иди же. Что ты рассчитываешь? И как можно? Стой, не поняла. Нет. Нет, не смей. Слушай, Хлоя, это мой... Даже не думай. Сейчас нет времени на это глупое геройство. Это тебе не кедо. Точнее, наоборот, это тебе... Выведи ее отсюда. Без тебя практически не пойду. С помощью кино, игра. Кино в конце концов тоже будет там. Лазаревич, ну, первая часть, насколько я знаю. Либо 2017, мы уже 2018. Это самоубийство. Писали... Ты сам знаешь. Ну, писали. Уходи. Ну, Naughty Dog говорили то, что... Уведи фильм Елену будет как можно дальше. Хотя, в 2014 они говорили, что будет... А, в 2016 будет. А, пф, конечно. Ой, наверное, это новая глава. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Мегадекстер. Всем удачи, всем пока.